получилось меньше, чем половина получит заслуженных наград. Вот, это не значит, что проект там был плох или еще что-то. Возможно, он просто только в начале своего пути и хочется увидеть чуть больших результатов. Да, то есть у нас стипендии, насколько вы знаете, делятся на индивидуальные и командные. Тоже получилось достаточно ровненько. Также проекты делятся на большие и малые, то есть в зависимости от объема проделанной работы, ну или, соответственно, заинтересованности, да, нас в данном проекте. Опять же, тут тоже получилось примерно пополам. Вот. По территориальному нахождению, да, то есть там у нас есть проекты, которые местные, город Екатеринбург, и есть проекты из других городов, которые мы очень ждали, что ребята к нам приедут, и мы очень благодарны, что вы сделали это в выходной заслуженный. Вот. Ну, у меня вот здесь вот, как я думаю, уже вы догадались, такие четыре красивые папочки. Вот, они такие вот симпатичные. Вот. Ну, давайте, я уже, наверное, начну, чтобы вас не томить сильно. Три папочки. Только что вырегли решение. Я решила сэкономить на следующий проект, да? Была шутка. Вот. Ну, проекты... А, еще я забыла сказать, что проекты делятся на те, которые мы отобрали практически сразу, то есть единогласно, и те, за которые там, мы долго упорно боролись, обсуждали, почему так, а не иначе. Ну, в общем, это было такое насыщенное обсуждение, мы успели сыграть 9 раундов за валенки и поесть. Итак, давайте я начну с первого. Это такой... местный проект, екатеринбургский. Там половина зала выдохнула. Я скажу, что это большая стипендия. То есть, соответственно, если это индивидуально, то 6 тысяч, если командно, то 12. В этом проекте особенно хотелось отметить то, что он очень такой, получился очень академичный, и он хорошо показывает вот, научный подход к практическому исследованию. Да, то есть такой очень-очень хороший проект отца этого человека зовут Александр, а молодого человека зовут Антон, фамилия Иван Целевич. Во-первых, я хочу поблагодарить всех участников, всех членов жюри. Все это было чудесно. Хочу поблагодарить организаторов. Была прекрасная диваренка. Была прекрасная пицца. Это лучшее, что мы сделали. Замечательно, конечно. В общем, все очень здорово. Спасибо большое. Давайте похлопаем. Знаете, меня расстраивает, что у меня всего 4 папочки, у меня не получается им совершенно калибровать. Следующий проект. И надо сказать, что проекты по гендерному составу тоже более-менее выдержаны. То есть, чтобы не было там ощущения того, что у девочки все пропало, нас не выдержит. Этот проект, он к нам приехал. Скажу, что по этому проекту было достаточно много обсуждений, и хочется, чтобы этот проект дальше развивался, чтобы он рос, потому что есть куда двигаться. Этот проект у нас получает малую стипендию, потому что пока есть какие-то наработки, но хочется большего. Это командный проект. Это город Пермь и команда Криптис. Ну, спасибо за валенку. Особенно обрадовало последнее слово. Мы недолго думали. Так, прекрасный конкурс. Я встретил очень много умных, энергичных и красивых, молодых, и девушек.
приехавших из разных уголков, которые всех объединило СКП «Контур». Я, кажется, понял, нам надо заканчивать конкурс стипендий и просто завалить. Мне кажется, да, Леш, ты просто перебил, как бы, вот там, что, стипендии, значит, куда мы себе завалим, кажется. Федеральный чемпионат. На самом деле, хочется еще рассказать немножко историю о том, как вообще рождалась стипендия. Рождалась она достаточно долго. В этот раз мы ее вынашивали буквально там, Леша говорит, 9 месяцев. И на самом деле мы очень сильно переживали, потому что за неделю до окончания приема заявок у нас не было ни одной заявки. Мы разослали вообще везде, где только можно было, вот абсолютно во все, наверное, ближайшие города, там, университеты, ни одной заявки, мы думаем, что-то не так. То, что думали заранее. Самый, вот если в последний час сдали, вот это самое нормальное, как вот, заранее. Ну, по факту у нас получилось сколько? 39 заявок? Порядка 39, то есть мы это... Ну, да, 38,5. Вот. И на самом деле, например, сегодня у нас тоже получилось так, что кого-то мы уже и не ждали сегодня увидеть, потому что долго не было какого-то отклика. Да, там, кого-то мы долго ждали из других городов. Откуда я к чему? К тому, что вы большие молодцы, что вы делаете классные вещи, делаете их осознанно и с желанием, потому что, ну, в другом случае вы бы, наверное, здесь не оказались. Итак, следующий диплом. Он вообще для нас такой немножко особенный. Потому что, ну, он такой не совсем профильный, то есть в том плане, что мы же такая IT-компания, которая, значит, делает сервисы для бизнеса, вот, а тут, значит, такой проект. Проект получает малую стипендию. Скажу, что он, опять же, не местный. И хочется поблагодарить этот проект за связь разных наук и отраслей науки. Поэтому приглашаю сюда Сабирову Кристину. Кристина, мы, к сожалению, уже отчаялись тебя увидеть, поэтому диплом мы тебе отправим вместе со всеми договорами. Пойдем пока. Ой, спасибо всем. Ну, спасибо, было очень интересно, и игра в конце тоже чудесная. Будем надеяться, что мы будем вам сотрудничать, и все. Спасибо. Ну что, у меня остался последний проект. Ну, как я думаю, вы уже догадались, это... Есть предположение? А этот парень останется людям. Человеку, да? Этот проект был отмечен за особенную полезность и нужность людям. Это проект командный, проект города Екатеринбурга. Study time. Спасибо конкурсу за отличные стипендии, за отличный конкурс. Все проекты шикарные, все большие молодцы. А игра? Мы не выиграли, к сожалению. Мы еще раз хотим поблагодарить вас всех за то, что вы к нам сегодня пришли, приехали. Мы очень надеемся, что многие из вас смогут где-то что-то допилить, доделать. Если вдруг в этом году у вас не получилось так или иначе получить стипендию, мы ждем вас на будущий год. Дорабатывайте, делайте какие-то новые интересные фишки, реализуйте то, что вы запланировали, и все обязательно получится. Спасибо вам большое.